человека возникают тремя способами. Первое. Когда мы имеем дело с возникающими тупиками, да? С одной стороны. Второе. Когда мы сами себе создаем тупики. Третье. Когда мы имеем дело с чем? С принятиями, решениями и выборами. И выводами, да? С их скоростями и правильностью, да? То есть неспособностью человека управляться вот с этими вот вещами. Выборы, выводы и принятие решений, да? Вывод из всего, что я рассказал, выглядит так. У каждой вещи, есть природа возникновения. Природой возникновения тупика является отсутствие наставника и старших товарищей. Запомните раз и навсегда. Все тупики в жизни человека возникают от отсутствия наставника и старших товарищей. Если этих товарищей в вашей жизни нет, вы обречены на груду, что тупиков в нашей жизни. Запомните раз и навсегда. Природа возникновения тупиков, исчезновение наставников и исчезновение старших товарищей. То есть нет у вас наставника, нет старших товарищей, значит у вас в жизни будет куча что? Тупиков. Природа тупика в этом. Все тупики возникают стали у людей на Руси, когда исчезли наставники, исчезли старшие товарищи. Кризис – это разновидность что? Тупика всего лишь на все. Природа кризиса точно такая же. Что такое кризис? Критическая точка до переворота, да? До веркиля корабля. Вещь, которая пришла к нам откуда? Из морской терминологии. Критическая точка, при которой дальше будет оверкиль, да? Корабля. Переворот, то есть судна. То же самое касается, что переворота компании и так далее, человека. А человек говорит падение, да? Критическая точка перед падением. Да? На пол. Почему Павлович говорил, да человека искать надо, а не что-то. Конкретно. С которым имеет дело. А не ситуацию, систему или что-то еще. Шансы и так далее. Никогда не получится ничего, пока человек в вашей жизни не появится. Да не было ни разу в жизни, в истории человечества, не было ни одного случая, чтобы было как-то иначе вообще. Возьмите любого. Вы все равно поройтесь в автобиографии, вы увидите того человека, кто его сделал вот таким вот. Поройтесь. Мы тысячу экспериментов поставили. Каждый раз, когда мы брали человека, мы всегда находили человека, который его сделал. Не было бы Яковлева, не было бы Палыча. Не было бы Палыча, не было бы меня. Вы же должны четко понимать.